доброго времени суток. Подождите, не стучите, ребят. Делаю БМВ битую градом. На крыше около 150 вмятин. Несколько есть очень глубоких. Есть много средних и мелких. Глубокие я поднимаю клеем, уменьшаю и работаю прибором. Средние мелкие вмятины я делаю просто прибором. Сейчас у меня здесь я оставил две специальные вмятинки, по крыше уже сделал. Крючки вообще не брал в руки. Потолок не снимал. Группа 5 человек, ремонт наблюдают и видят, как работает прибор. Я сейчас хочу поделиться таким одним наблюдением очень интересным. Градовую вмятину я прохожу головкой с одной стороны, делая три цикла по 0,5. Прохожу, например, слева направо. Прошел, поворачиваю головку под 90 градусов и прохожу опять ее сверху вниз теперь. То есть я работаю крестиком. Так прошел и так прошел. Головку обязательно нужно поворачивать. Заметил такой эффект, что при такой работе вмятины не падают. Много на форуме у нас там обсуждения есть и говорили, что вмятины поднимаются, опять падают. При такой работе у меня сейчас не падает. Я специально поставил экранчик, чтобы было видно. Делаю вот эту вмятину. Не знаю, как там съемка сейчас покажет. То есть кнопка сейчас на меня. Прохожу в эту сторону. Прошел. Поворачиваю теперь и прохожу в эту сторону. Ну, конечно, нагрев нужно контролировать. Как заметил Егор Егорыч, пока она горяченькая, беру и сразу же юбочку обсаживаю. Теперь у меня остался вот такой закрытый небольшой кризик. Головку теперь я ставлю кнопкой не к себе, то есть поворачиваю не таким образом не к себе, а поворачиваю на 45 градусов и опять как криз с одной стороны до другой прибор раскрывает очень хорошо вот таким образом. Все, вмятина ушла. То есть прошел кнопкой на себя, повернул и сверху вниз прошел. Лучше всего, конечно, это делать на двух лампах. Сейчас я на экране делал, но там у меня сзади большая лампа отключена. Я работаю сейчас на большой и на средней лампе Nusli LED.